Всем привет! Гулял тут недавно по сети, наткнулся на игру какую-то. Связана она почему-то с ассасинами. С ассасинами. Так вот, решил скачать, посмотреть. Смотреть буду вместе с вами, парни и девчонки. Так что смотрим. Началась она все просто, просто нажал на старт. Вот какая-то предыстория. Послушайте разговор лидеров Инквизиции, цель задания. Ага, и как быть тут? А как бегать? Ой-ой. Коснитесь кнопки с изображением двери, чтобы войти в следующую комнату. А, вот она как и работает, эта игра. Ух ты, 95% вероятности, что он не воткнется головой в пол, да? Ха-ха-ха, круто. И что? Ладно. Я в этой комнате. Мне нужно войти в эту. Ну, как-то... А, 95%, что я воткну ему в череп нож. Я так понимаю, что дальше надо будет действовать просто быстро очень, да? Интересно. Акробатика. 95%, что получится этот приемчик у вас, да? 95%, что получится этот приемчик. Пока все получается отлично. Но я так понимаю, от вас в этой игре здесь ничего не зависит, да? Акробатика. Потом чувак с горшком на голове. Прям в горшок. Отлично. И что? Слушаем. Слуга, инквизитор. Я маленький человечек с большой головой. Пу-пу-пу-пу. Нет, ребята, извините, я не буду слушать это все. Нет, никак. У меня уже 5-й уровень, когда успел получить. Тут, походу, еще кто-то слушал вместе с ним. Так. Пропустить все. Задание завершено. Мобильный анимус запускается. Установка соединения с памятью, да? Ну, в принципе, ну что? Ну, не знаю, давайте дальше посмотрим. Что-то меня пока не впечатляет вообще никак. Как бы графика вроде ничего, но... Не вижу участия в игре вообще. Никакого. Мультик просто на кнопки нажимаешь и все. Но мы пошли. Такие деловые, с такой походкой крутой, да? Ага, надо себя назвать, да, как-то, да? Давайте. Подтвердим. Коснитесь экрана, чтобы открыть куб. Ну, я говорю, игра... Смотрим мультик и нажимаем на кнопку один раз. Новый редкий ассасин какой-то. Агилар Денерхи. Понятно. Окей, коснитесь экрана. Сколько мне этих кубов дали? Ну и... Новинка. Новинка. Новый особый ассасин. Еще один фиолетовый какой-то даже, да? Обычный боец, прямой урон. И когда их выбирать, этих ассасинов, что с ними делать вообще? Ну, загрузки хотя бы быстрее. И то хорошо. Украдите припасы Инквизиции. Выберите Тарика, чтобы сразиться со следующим стражем. Коснитесь ассасина, затем коснитесь кнопки входа в следующую комнату. Понятно, тут получается несколькими сразу можно управлять. Так, ассасин класса боец. Его специализация делает такого ассасина особенного в эффективных в прямых столкновениях с врагами. Наносить большое количество урона. Хорошо. Нажимаем кнопку атака. Подошел, отгреб, ответил. Ну, понятно.
Здесь у нас что? Нажмите и удерживайте любую кнопку действия, чтобы получить подробное описание. Выберите какой-либо боевой навык Тарика и примените его на врага. Это что у нас действует? Активный навык. Ошеломляет врага, наносит базового урона и на 10 раундов снижает скорость атаки. Это что? Стремительный удар. Мгновенно наносит 20% базового урона. И чё? Давайте это. Ну и стремительный следом. Все просто. Бежим дальше. Так. Выберите, чтобы незаметно пройти в следующую комнату. Еще можно портреты вверху выбирать, да? Тень, скрытое убийство. Угу. Специализация у него скрытое убийство. Хорошо. Ничего себе. Ага, можно вступить в бой, а можно скрытое убийство. 75%. Ага, монеты кинул. Прикольно. Ну, типа, чтобы, я так понимаю, процент был лучше, значит, можно смотреть, что там. А, скрытое убийство 75%. Берем этого парня. Все, я, кажись, понял. А чё я наверх запрыгнул? Может, надо было сразу и убить? А, вон оно что. Ну ладно, давайте так. Можно, оказывается, можно не убивать никого, да? Тут у нас что? Испанский стражник уровень 1. Скрытое убийство 75%. Ну, значит, идем скрытое убийство делать. Прикольно, монеты кидает. И в голову. Жесть какая. Так, а тут, видимо, сундук какой-то открываем. Получены припасы, которые пригодятся в братству. Украдены материалы. Задание завершено. Отлично, все прошли. Что, мы теперь куда? Я еще нигде не был там пока что. Какая-то контора. Ну и, что за контора? А, это эта контора, которую, видимо, можно тоже развивать. Тренировочный зал у нас открылся. Отстань. Показывай уже, что открылось. Постройка комнат. Выберите комнату. Коснитесь «Строить». Зал тренировок. Здесь ассасины могут тренироваться, чтобы повысить свой уровень. Мы его построим, да? Ага, и что? Коснитесь пустой комнаты, куда его построить? Ну, допустим, сразу. Рядышком. Чтобы отправить ассасина, выбираем. Ну, давайте выберем его. Коснитесь кодекса. Тренировка 100 монет. 14 секунд. Ускорьте тренировку. Бесплатно можно, да? Отлично, все. Мы его прокачали для второго уровня. А, второй из двух, так он получается выше не качается или что? Задачи. Что дальше у нас в задачах? Ага, новый уровень в тренировочном зале повысить. За это мы что-то получаем. Магазин. Новые ассасины тут качаются. Все ясно. Тут смешение такое стилей. В принципе, это нормально. Давайте бесплатно куб откроем. Кто нам сегодня попадется еще? Давайте супер редкого. Новый ассасин. Обычный. Зелененький. Не надо нам такой. А, и вместе с этим попались еще, видимо, фрагменты других ассасинов. Хорошо. Назад. Отлично. Так, отстань.
Коснитесь задания. Мы в каком регионе? Мы в первом, видимо, да? А, нет, он только открылся. Видимо, тут заданий будет очень много. Задачи. Небольшой отряд инквизиции охраняет в городских трущобах припасы. Добудьте все, что сможете. Стоимость. А, еще здесь есть энергия, да? Это наш отряд из 3 человек. У нас, я так понимаю, тень, урон. А ты кто? Механик какой-то, походу. Типа мастер, может быть, будет по открыванию дверей, замков, там, прочей ерунды, да? Ну, сейчас увидим. Сейчас, по сути дела, все нам расскажут, короче. Видимо, можно было ролики не снимать, тут и так все понятно, как играть в нее, да? Выберите Хамида и идите вперед. Специалист по обезвреживанию ловушек. Ловушка есть, да? Пытаемся ее обезвредить. А теперь нам с ним нужно подраться. Все равно. Инициатива. Жестокий удар 58. Уже нету, бьем просто. Ну, добиваем. На первом этаже склада полно врагов. Похоже, путь по крыше безопаснее. Выбирайте путь с умом. А что это вообще такое? А, здесь двое, да? Значит, выберем этот путь. А чё я выбрал этого героя? Надо же было другого взять. Ай. Надо было взять-то другого. Воина, возможно, надо было брать. Чё-то я не подумал, если честно. Ну, надеюсь, справимся. Хотя можно было и отгребсти. Осталось совсем чуть-чуть. А что это такое? Не понимаю я. А это что такое? Какие-то скиллы у них, походу, есть. Четыре заряда, это что было? Увеличивает защиту. Ясно, короче, скиллы какие-то. Все, я понял. Там 4 бойца серьезно одетых. Мы туда не пойдем. Мы пойдем... Да не тем я хотел пойти. А, в принципе, тем. Все верно. Он у нас специалист по взлому. По обезвреживанию. Угу. Ясно, с первого раза не получилось. Ногой. Вся добыча наша. Что у нас дальше идет? Ловушки. Значит, опять выбираем этого парня. И пытаемся обезвредить ловушку. Дальше у нас 2 бойца. Если выбрать этого, 83% скрытое убийство. Может быть, так попробуем все-таки. Скрытое убийство, как-никак. И 83%. А второй-то меня заметил. Заметил. Метание ножа. Инициатива у меня. А удар обычный сколько наносит? О, так я и драться-то неплохо умею, кстати. Короче, здесь игра больше стратегическая, конечно, да? Выбирать правильного героя, чтобы пройти. Так что зря я сразу сказал, что она неинтересная. В принципе, так вы знаете, довольно-таки захватывает, если честно. Можно подсесть на такую игру. Надо срочно выключать, пока не подсели. Mm-hmm.
Блиц. Так, ну ладно, нам, в принципе, назад нужно. Нам показывают, что нам нужно назад. Опять в задачах мы можем что-то забрать, потому что прошли максимальный... А, вот. Теперь третий уровень, можно ассасина повышать. Я понял, значит, он не второго левела максимум. Теперь он может быть третьего. Это уже хорошо. И что? У нас, я вижу, магазин открыт, но нас почему-то пока туда не пускают, а пускают только в контору. Видимо, обучающий процесс пока не пройдете, не сможете тут где угодно лазить. Так, отстань. У нас что-то новое открылось. Жилую комнату. Здоровье автоматически. Накапливать сведения. Ну, давайте жилую комнату еще одну построим. Что тут, сколько можно, интересно, строить чего-то. Отстань. О, еще что-то можно построить. Штаб. Накапливать сведения, необходимые для выполнения заданий. Ну, давайте строить, что ж поделать. Ага. Автоматически требуется для того, чтобы выполнять задание. Отправьте ассасина в штаб, чтобы увеличить скорость получения сведений. А, все, я понял. Это типа очки действий. Вот эти вот. За которые вот там было, что типа 3 очка действия, чтобы пройти миссию. И получается за 12 часов получаете 45 только очков этих. Назначьте ассасина, чтобы быстрее получать... А кто у нас лучше всего с этим справится? Пускай будет Агилар. Угу. Отстань. Опять в задание. Ну, ребята, дайте мне самому что-нибудь поделать. Я сам уже как-нибудь разберусь. Начните задание по поиску наследия и выполните его, чтобы получить награды уникального типа. О, тут что-то новенькое. Шпион Инквизиции. Ну, давайте еще одну миссию эту пройдем. Я думаю. О, она стоит даже 8 очков действий, как они тут знания называются, да? А я и левел никому не поднял. Не дали поднять, кстати. Тут они направляют, пока не могу ничего менять. Видимо, первое задание можно пройти на первом левеле. Ничего страшного здесь нет. Устраните шпиона. Дальше не успел прочитать. Процента скрытое убийство. Так. 5 монеты. Ну, они жадные все ребята, да? Так, куда нам вообще идти? 83% скрытое убийство. Тут у нас ловушки. Значит, Хамит нужен. О! процент всего лишь, так слабо. Но получилось так. А тут мы 66% открытия замка. Тоже получилось. Получена добыча, какой-то пузырек чего-то. Я что-то там ему добавил. Защиту, здоровье. А, и у ворот уменьшился. Зря я ему добавил это все, конечно. Силу. Отлично. Но нам здесь нужен Агилар. Перепрыгнуть 72%. А, пройти, а не перепрыгнуть. И 83% скрытое убийство. Что у нас дальше? О, тут можно 2 скрытых убийства сразу сделать. Ха-ха, круто! Ты не слышал, как у тебя сзади напарника твоего убили? Вот, надейся на тебя после этого. Устранить шпиона, да?
Давайте тогда так. Бойцом попробуем посражаться с этим парнем. У этого инициатива. А у нас сила, чувак. Сила есть, ума не надо. Так, устранили. Что, нужно сбежать типа отсюда, я так понимаю, да? Ага, тут нужен Агилар. И попытки выпрыгнуть отсюда. Акробатика тут работает. Неудача. Но все равно забрался, да? Просто немножко хп потратил. Все ясно. Здесь нам тоже нужен Агилар. Чтобы очень хорошо спрыгнуть, да? Все, задание завершено. В принципе, простенько все пока что. 3 звезды. Устраните шпиона и вернитесь в безопасное место. Все ясно. А вот и, наверное, видимо, этот награда. Фрагменты ДНК для нового героя, да? А это что? Восстанавливает здоровье, эффективность умеренная. А это что? Восстанавливает здоровье тоже. Ну ладно, короче, все получили, можно возвращаться. И скорее всего, раз это первая миссия обучающая, то, наверное, дадут нового героя за 8 фрагментов этих. Собирайте ДНК. Магазин. Получите первый куб прямо сейчас, бесплатно. Ну давайте, бесплатный куб еще получим. Что тут у нас есть? Новый ассасин обычный. Зачем нам, ребята, обычные ассасины? Надо крутых ассасинов, а не обычных. Ладно, позже. Назад. Отстань. Коснитесь сюжетное задание, чтобы узнать о планах Торгвермы. А, ну и опять начинаем, да? Ладно. Что ж тут уже теперь? Всю игру, что ли, пройти за вас? Надо, чтобы вы тоже немножко поиграли, я думаю, да? Значит, что? Игра называется AC Rebellion. Вот оно написано. Качайте, если понравилось, играйте. Но мне за труды обязательный лайк и подписку. Я проверю. А пока всем пока.